Можно поставить вот сюда назад шайбу или пластиковую, можно металлическую. Но так как за неимением таких шайб, я не нашел такой шайбы, я взял, поставил вперед простую шайбу. В идеале было бы это какая-нибудь нержавейка, вообще супер бы было. Ставим шайбу и собираем все назад. Вот сейчас я вам продемонстрирую, как без шайбы это все выглядит. Вот, все болтается, нож не прилегает плотно к сетке. Дальше ставим шайбочку. Обратите внимание, сетка сейчас, решетка, насколько вышла она. Она уже до бортиков корпуса не достает. Затягиваем, затягиваем без фанатизма. Затянули, вот, проверяем. Никакого шатания, нож плотно прилег к решетке. Берем, перекручиваем. Вы сразу увидите разницу, что у вас пойдет нормальный фарш, наматывания не будет.